Здравствуйте! Сегодня нам пришли 4 посылки из Китая, и сейчас мы с вами посмотрим, что в них находится. Мы вот эти мы пока все уберем и начнем с самой крупной. Так, это нам пришел фильтр для воды. Во многих домах есть проблема с запахом и чистотой воды, и вот этот фильтр поможет ее решить. Вот он из нескольких составляющих. Вот тут имеется инструкция, наждачка. Инструкция, как его правильно собрать, сделать. Много каких-то компонентов, которые нам пригодятся. Все запаковано. Вот такой вот набор. Дальше мы покажем вам, как его собрать и как его нужно устанавливать. Приступим к следующему пакету. Это нам пришли перчатки, в которых можно очень удобно работать в огороде. Вот так мы их одеваем. И у нас защищены пальцы рук. Они прорезиненные и очень красивые. Сейчас мы посмотрим, что в этом пакете. Так, в этом пакете у нас мини-клавиатура, которая подключается по Bluetooth. Также ее можно подключить проводом и использовать на телефоне, телевизоре и даже компьютере. Вот такая вот клавиатура, к ней есть инструкция. Так, сейчас мы посмотрим, что в этом пакете, в последнем. Вот такая штучка какая-то непонятная нам пришла. Сейчас мы откроем и посмотрим лучше. Так, эта штука пришла нам из Китая. Ее можно использовать на огороде. Сюда засыпаются семена, накрывается крышкой. И вот тут мы видим цифры 1, 2, 3, 4, 5 и 0. Мы, например, выбираем цифру 2. И она порционно будет высыпать семена. Это облегчает высадку семян на огороде. Вот такая вот штучка. Ссылки будут в описании под видео.
Можете переходить и заказывать. Всем пока.